сегодня, значит, и начинается с того, что мы едем в Бейрут. Мы заехали в город, чтобы купить кроссовок и мангус. Да, мы всегда, когда мы подъезжаем к этому месту, мне нравится вот этот спуск. Хотя, конечно, в Ливане все хаотично. Как вам, девочки, идея делать влоги периодически, если я куда-то выезжаю? Дома там особо нечего рассказывать. Ну, Ливан показывать, конечно, можно. Без всяких прикрас. Обычный Ливан. Вот смотрите, здесь прекрасно, такой красивый вид открывается. На дома. Есть очень много блогеров, которые приезжают вот в такие районы и видят все таким грязным, пошарпанным, серым, желтым, бежевым. Ну, потому что, естественно, здесь летом большая часть времени нет дождей и бывают песчаные бури. Очень даже нередко. Но мне так кажется, что это тоже интересно по-своему. Вообще каждая страна и каждый город интересен по-своему и прекрасен по-своему. В Ливане заправки, вы не выходите из машины, как у нас в России, а вам заправляют рабочие. На каждой заправке стоит рабочий. Вот так вот выглядит мангушек. Это такая лепешечка. Не сыр. Ну, она с разными начинками бывает. В общем, отправляемся в путь. Путь у нас туда-обратно, по делам. Это место мне тоже все время захватывает дух. Несмотря на то, что если посмотреть все ближе, все такое поломанное, раздробленное. Но вот знаете, когда страна становится уже вашей личной, все в ней кажется красиво. Все это можно
сказать и что я и хочу сделать. Я в Инстаграме буду писать, и когда у меня соберется достаточно хорошая база, сделаю красивое видео, начала на эту тему, специализированное, тематическое. И вот мы только что сказали, что не было вообще задора на дорогах. Ну, оказалось, уже в самом Бейруте есть достаточно сильно. Мы же здесь несколько минут практически не двигаемся. Сегодня очень интересно, когда едете по дороге, вспоминаете, сколько у вас было машин. У нас было очень много машин, мы начинали с самых-самых дешевых. Такая система, есть люди, которые копят, либо сразу хорошую, либо нет. А у нас не так было. Мы как бы живем по средствам. Ну, вливание вы знаете, может не знаете, но здесь нету очень-очень слабо развит общественный транспорт. И поэтому приходится покупать машину. Это здесь просто жизненно необходимая вещь, потому что по жаре ходить пешком на большие расстояния невозможно. Уж тем более далеко не каждый человек молод, и у него очень много сил на это нету. И зимой также здесь очень часто бывают ураганы, шторма. Ну, понимаете, да? При этом нету общественного транспорта, если вам нужно куда-то поехать просто. В общем, это здесь крайняя необходимость. И первую машину, которую мы купили, здесь есть такое такси общественное, ну, оно ужасно неудобное. Я в свой Инстаграм выставляла как-то вот это видео, уже очень давно не ездила на такси. Вот недавно опять мы с мужем проехались до нашей машины с рынка. Я вспомнила весь этот ужас, сколько я делала дуа, сколько я просила, чтобы поскорее была и у нас машина, чтобы у меня лично тоже была. Потому что сначала только у мужа была машина на работу, а в университет я топала пешком. И это были большие расстояния. И иногда на такси, иногда пешком, в зависимости от погоды и от моего самоощущения, состояния здоровья. Так вот, мы начинали с таких машин, которых сейчас даже на дорогах практически нету. Они уже тогда были, им по 20 лет. Естественно, сейчас уже 17-й год в Ливане, да? То есть, представляете, им сейчас под 40 лет машин таких уже практически нету на дорогах. И это были машины, которые не заводились, которые постоянно ломались, но мы как-то на них передвигались. И вот мы покупали первую машину, по-моему, $700 стоило, да? По-моему, около $700 машина, в общем, и потом уже $1200, мы ее продали потом, немножко подкопили, купили машину за $1200, а потом мы тоже какое-то время на ней ездили, точнее, даже сказать, она на нас ездила. Первые вот эти машины дешевые, они, конечно, очень мучили, но, по крайней мере, да, то есть у нас было свои колеса были, и это лучше, чем такси, которое ездило абсолютно без какого-либо, да, расписания, и как тебе повезет, найдешь, не найдешь это общественное такси, где помещалось 5-6 человек помимо водителя. И обычно какие-то тоже старые машины, мерседесы, которые сейчас, наверное, уже и не найдете в Европе где-то, до сих пор здесь они ездят. И в целом вот так вот мы каждый раз продавали и покупали чуть-чуть дороже, и вот таким вот образом все происходило. Вот пока мы стоим в пробке, рассказала вам такую историю. Сейчас у нас, альхамдулилля, джип Toyota, как он называется, LG Cruiser. Ну, конечно же, это такая милость Аллаха Субхана ва Тааля. Мы успели его купить до кризиса, сейчас бы это было просто невозможно. Ну, альхамдулилля, Аллах Субхана ва Тааля ответил на мои дуа, которые я несколько лет постоянно просила Аллаха Субхана ва Тааля. И даже когда у нас уже были машины, которые ломались, тоже я стала просить, чтобы у нас была нормальная машина. Каждый раз, когда она ломались они очень часто. Альхамдулилла, это такой пример, чтобы вы не отчаивались, и Аллах Субхана ва Тааля даст вам возможность
приобрести те вещи, которые вам необходимы в этой дуне. Вот, видите, вот это о чем я говорила. Вот мы так. Вот это старая-старая машина, ей больше 30 лет. И вот с ней нужно мучиться именно вот таким вот образом. Он сейчас будет ее тащить по себе. В общем, мы сейчас поехали дальше. Просто было, как я и говорю, мы уже говорю, сделали точно пост. Ну, пост, я не знаю, как по-русски. В общем, контроль на дороге. Проверяют, все ли одевают маски в машинах. Я, кстати, вот этого вообще не понимаю. Ну, ладно. Но за это штрафуют, причем очень сильно. И вот, хамдуля, мы его проехали. Мы уже практически приехали. Так что обратный путь я покажу вам только в таймлапсе немножечко. И уже дома встретимся. В общем, получилось, что мы приехали абсолютно зря. Не считая того, что я люблю Корниш Бейрут. Корниш Бейрут – это такая вот зона, полоса, где можно ходить. Сейчас мы где-нибудь остановимся, я вам засниму. Нашли открытый магазин. Большой. Странно, что он открыт обычно. Вот так вот цены. И заказывайте. И вам выносят. И вот на севере. На севере, по крайней мере, продуктовые маленькие магазинчики. Все открыты. Берут. Прям совсем-совсем закрыто все. Ладно, сейчас мы забежим, купим сладкое и поедем домой. Здесь вот магазин. Смотрите, какие классные здесь овощи, фрукты. Мы хотим купить колбаски и вот такое сладкое. Сейчас вам покажу. По-моему, две последние пачки. Сейчас постоянно все заканчивается. Может быть, нам не дадут две пачки. Ну, на руки, наверное, одну, у нас двое. Так что нормально. Один кило. Один, а тарелка слайсе там. Давай. Собачь. А ты не скинул. Мы уже дома. Нас встречают те, кто может. К этому дню уже поднялся ветер. Я думала поездить на лошадках. И будем прощаюсь, провожаю мужа.
девочки, смотрите, какую прелесть я купила для моих прямых эфиров. Петличку. Наконец-то это произошло. Тут шнур 6 метров. Очень длинный. Есть такой специальный переходник для каких-то больших колонок. Не знаю, для каких вещей. Здесь можно переключать на с камеры на смартфон. Можно поставить на камеру, можно на смартфон. И он не заряжающийся, естественно, работает прямо непосредственно от устройства, к которому подключаетесь. И это, у этого устройства, это, если это телефон или компьютер, чтобы вы знали, да, отключается абсолютно звук. То есть вы не слышите ничего исходящего. То есть полностью отключается спикер. Спикер как в телефоне, динамик, так и в компьютере. Девочка, к моему последнему видео, социологическая причина. А психическая причина избиения, субханалла, очень много комментариев, мне очень приятно. Баракаллаху фикуна. Упустили козявку побегать. Муж пришел с молитвой. Хорошая погода, но подсить ему, конечно, не надо. Саляму алейкум. Кира, иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Куда ты собрался? Иди. Иди. Назад, 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 назад. Кира, иди сюда. Вот здесь. Так. Сейчас буду их фотографировать. Пятница, да, активный денек. Что, моя красавица, моя любимая? Да, солнце? Солнце. Все, буду фоткать. Отключаюсь. Фотосессия закончилась. Не знаю, какие там фото получится вообще, когда я до них доберусь, чтобы их обработать. Все вспотели. И к нам сегодня свекровь не приходит, потому что сильный ветер. Правда, вот он сейчас успокоился. Но он то успокаивается, то опять. Сегодня на обед будет макарона блябан. Сейчас я закипаю чайник. Он у меня стал не работать. То есть работает только не в автоматическом режиме, а в таком. Нужно будет закрыть окно, так как сильный ветер, а у меня газ. Нужно будет немножечко поработать, посмотреть эти фотки, разобрать, получилось ли что-нибудь красивое. Но сначала нужно подкрепиться. Всем приятного аппетита!
хочет попасть к еде кота, но нельзя. Мы идем ездить сначала. Ну что, чтобы поездить, сначала надо завести лошадь. Устура, на тебе сегодня никто не будет ездить. Что ты хочешь? Что, я не к тебе. Кто будет мыться? Мы готовы, выходим. Работаляйди. Да. Да. За этот хлыт. Шефи, а я шефи. Рыфа, они такие. Са, есть, са, нету. Давайте. Молодец. Молодец. Хорошо. Дай. Все, все, все. Стой, стой, стой. Стой, мы здесь, здесь, здесь. Где мой любимый Варт? Где она? И стоп. Стоп. Хорошо. Thank you.
Вернулись мы уже по темноте. В общем, быстренько расскажу, что еще, потому что у меня все уже батарейки сели, все камеры не работают. Вернулись по темноте, проехали, наверное, километров 10, я думаю, сегодня. Сейчас мы их будем кормить. Через час примерно у меня вебинар на Инстаграме, и потом будет вебинар на Ютубе. И вот, в принципе, это все на сегодня. Вам колокольчик. На всем, кто был со мной. Я очень надеюсь, что вам понравился этот формат и понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Не забывайте. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.